Мистер Блэк, как вы впервые узнали о цикаде 3301? Нет, отмотаем еще чуть назад. Здесь у нас принято платить 20% чаевых, но ты швырнул 50 центов. Это всего лишь 0,593% от суммы твоего чека. Слушай, ты что, ходячий калькулятор, блин? Да, типа того. Лови ответку. Данные кредитки этого засранца я слил парочке незнакомцев в Даркнете. И тут я увидел файлы цикады. Позже я не раз пожалел об этом клике. Они неуловимы. Что-то вроде IT-отдела Ордена Иллюминатов. Такой хрен выдумаешь. И тут началось ваше сотрудничество с АНБ. Да, если можно так сказать. Еще раз, дебил, пошутишь, и я тебе морду расквашу! Господи, Карвер, полегче, слышишь? Сдай назад! Но я же типа плохой коп. Нет, это я тебя назвал плохим копом. Нам нужна твоя помощь. Подберись поближе к цикаде и помоги нам их закрыть. Ты получил приглашение и не сказал мне ни слова? Поздравляю, вы сделали еще один шаг. Все, кто дошел до конца в этой игре, исчезли. Вам надо остановиться. Смерть от руки предводителя какого-то безумного культа не входит в мои планы. Покажись, наконец! Пора надрать задницу этому скрытному насекомому. Не пытайтесь нас перехитрить. Будет хуже. Инопланетяне! Я мог бы продолжать бесконечно. Вот урод. Цикада 3301. Квест для хакера. Вы не поверите.